Июль обещает порадовать киноманов. В особенном ударе будут женщины Кейти Бекинсейл и Скарлетт Йоханссон. Так что же посмотреть? В июле 2021 года произойдет долгожданное возвращение студии Marvel на большие экраны. Свой сольник «Черная вдова» представит Скарлетт Йоханссон. Ему уже пророчат рекордные сборы. Конкурировать с этой картиной будет Disney. Семейный экшен «Круиз по джунглям» с Эмили Блант и Дуэйном Скалой Джонсоном станет еще одной крупной премьерой сезона. Если этого вам мало, среди главных фильмов июля можно упомянуть «Бросок кобры» с Генри Голдингом и новое творение Найта Шьямалана «Время». Это современный, может быть, даже слишком современный взгляд на Золушку. Что с нами происходит? Моей дочке исполнилось 6-2 недели назад. Мам! Что бы это ни было, все происходит очень быстро. У тебя появились морщины. А вот очередной сиквел «Космического джема» можно и не смотреть. К нему вопросы были еще задолго до премьеры. Также среди новых фильмов июля можно выделить «Клаустрофобов 2» и «Последнего наемника» с Жаном-Клодом Ван Даммом, который выйдет на Netflix в конце месяца.